I'm a piggy. Да, смешно. А я буду купать. Я буду купать. Маска, буду. А я буду купать. Буду в такси пить кофе. У нас сегодня дегустация кофе. Nescafe Gold. Подожди. Подожди-ка пальчики. О, наливают такие кружечки. Там без сахара, без молока. Мама, дай-ка покажу. А, у тебя же есть еще? Да, а, ты уже запил? Вот такое пойло. Да-да. Тебе понравилось? Нормально. Нормально? Но я бы... О, ребят. Мама, я бы воровку купила, когда... Мам, я кофе попсую, ощу, а я еду в бучку с чипкой. Копилки всякие. Копилки всякие. Мам, игрушка, игрушка. Игрушка, мама. Угу. Так копилка такая. А копилки, они вообще давасы. Давай, я не могу, они копилка в котюнках. Хорюхи какие-то. Так. Ой, ой. Это человек прикольный. Ой, дай. За 10 так. рублей. Чешки, мам, чешки. Нет, чешки. Домик. Странный. А мне вот эти домики. А вот это что такое? Предмет керамический насет. Что-то и фокусировки даже нет. О, сова красивая. Я сова. Это ароматические свечи, наверное, разные. Да. Да, я сова. Домики снизу. Но белый, а домики. Мама, а мне надо. Домик, да, свеча. Поставь вот это, пожалуйста. А же я не какой маленький. Такой малюпусенький. Мама, мою камеру как происходит, мама. Мама, смотри мою камеру. Смотри. Кумкват. Аня, покажи-ка, только это в рот не ложи ничего. Чилийские яблоки. А это? Смородина красная, свежая. Что, красивая елочка? Красивая. Красивая? Да. Нравится? Давай-ка. А есть шарики высоко-высоко. Высоко-высоко, да, да. Макушка. Что, и год, мама. Да, Новый годчик. Возьми дофлет. Ждешь Деда Мороза? Да. Мама не умеет. Давай. Ну вот, очередной обзор еды. Это мы ходили в понедельник в последний раз. А, мы еще посреди недели там кое-что купляли. И вот закупились еще сегодня суббота. Так, сколько там? Угу, 79. Ну, короче, 80 рублей получается. Такой вот длинный чек. Евроопти. О, у нас уже статус 4 карточка. Угу, это приятная новость. Так, что мы купили? Детям очень понравились мандаринки, это клементины по акции были. Взяли вот раз пакетик, два. Вот. Апельсины, 5 штучек. Вообще дети любят у нас апельсины, цитрусовые. Так, немножко синего винограда, тоже вкусненький такой. О, вот это я взяла, я пробовала вот это вот, колбаса кровяная. Домашний смак, пинская. Я брала одну палочку в прошлый раз, она ничего такая, я жарила.
Ну, там крупа какая-то добавлена, но она очень вкусная. Такая перчёненькая, хорошая. Мне понравилось. Классно. Ну, макароны закупили, спагетти, астраль, такая. Так, батон колбасы классики. 7,66. Ну, взяли 3 спинки куриных. Там у нас как раз картошечка есть, будет вкусно. Батон. Лёшка пиццу любит на батоне. Ну, как раз и колбаса для пиццы тоже. Так, 4 огурца гладких, белорусских. Кстати, они почти 5 рублей килограмм. Что-то дорогие стали. Ананасик вот такой. Интересно, насколько он зависел. Коста-Рика, по-моему. Так, майонез Слобода. И снова Слобода, но уже вот такой вот. Яичный желток с маслом авокадо, якобы. Ну, тут состав. Ну, фокус. Где фокус? Hello. Oh. В общем, тут и подсолнечное масло, и авокадо. Понамешали. Вот это вот сладкая парочка. Творог. И мне понравилась, кстати, Егорка. Не лакомка, а Егорка. Оно не такое, как бы, горелое или что. Лакомка более темное такое. На вид даже. Это более светленькое такое, приятное. И вот я смешиваю творог, вот этот вот, с сгущенным. Очень получается вкусно, как... Получается, как... Глазированный сырок такой, вкусная начинка. Дальше я купила тут розмарин. Это для чая. Я буду делать чай, масалу. Потом покажу, как я это делаю. Так, это гвоздика. О, это к макаронам. Вот сюда, значит, приправка. Ну, это снова вот розмарин. Так, дальше похрустеть хлебцы. Это Лёшка любит. Сыр Сулугуни. Кстати, сыр Тройка мне не понравился. До сих пор в холодильнике лежит. Даже детям он тоже не нравится. А вот Сулугуни вкусный. Хотя производитель, наверное, один и тот же, но на вкус почему-то вот этот лучше. Вот лично нам. Классный. Так, это похрустеть тоже. Маленькая пачка, большая. Дальше. Вот это нам пришлось купить. Это товар удачи. Рубль с копейками, по-моему, это печенье. Я помню, раньше такое когда-то брала. Оно такое. Ну, на любителя. Ну, может, оно и полезное, не знаю, что тут состав. Зерна цельномолотые. Ну, короче, вот такое. Вот, попробуем. Так, дети выпросили вот такие сырки огромные. Вот это, наверное, 50 грамм или 100. Где тут написано? 100 грамм? Нет, 100 грамм. О, 100 грамм, а этот... Ну, 200, вот, 200 грамм. Яблочный штрудель. Ладно. Это взяли попробовать, это Дима брал. Пикантики. 42 копейки. Так, где шоколадки, это тоже папа любит. Ну, и дети тоже. Вот такие конфетки Спартак. Тоже попробовать. Красивая девочка Аленка нарисовала. Красота. И вот такие белочка. Батончики такие, белочка. Ну и минералочка. Вдруг когда-то пить захочется. Пускай стоит. Так, где тут? Виноград, ананас. Вот. Кстати, он был по акции 2 рубля за килограмм. Вот он завесил 2,250. Отдали 4,48. Так. Приправы. Апельсины. Так, это апельсинов на 3. На 2 рубля мы купили. Нет, не на 2. На 3 почти. Клементины. Так. Ну все, в принципе, да. Ну, вот такие вот покупочки. Получается, у нас
ушло за неделю сколько? 200 рублей? 200 рублей на продукцию. Вот так вот. Вот такой вот вкусненький ананас, сочный, сладкий, созревший. Ням-ням-ням.